крутая шапка. Я еще тоже, кстати, горю. Я тоже еще горю. Горишь, конечно, все. Огонечки зажглись. Теперь красота. Там фотка. Пойдем туда, к Деду Морозу и к Снегурке сходим. Пойдем к огромным. Я просто не первый раз так не знаю. Просто круто, сейчас птички тоже. Ага. Пойдем. Какой шарик красивый. Внутрь нельзя залезать. Я хотела вам показать, что вот эти вот надувные делаются вот так. Класс! Супер вообще! Да. Всем привет! Сегодня у нас с вами массаж лица по многочисленным просьбам. Делать мы эту процедуру будем вечером. И еще, наконец-то, я раскрою вам секретик идеального цвета, идеального состояния кожи лица. Это аскорбиновая кислота. Сейчас все это с вами будем делать по порядку. Так. В основном процедуру эту делаем вечером, но аскорбинку точно, массаж лица тоже, потому что у нас может раскраснеться лицо, и с утра, как правило, времени нету. Мы смываем макияж, делаем свои привычные процедуры по уходу за лицом, масочки, там, пилинги, все, что душе угодно. И вот после масочек мы с вами будем делать массаж. Выбираем сыворотку. Так, я возьму сейчас с витаминчиком С. Сыворотку такую достаточно масляную, которая не сильно быстро впитывается и которая позволит нам какое-то время поелозить пальчиками на лице, скажем так. Если у вас нет сывороток или нет подходящей сыворотки, можно взять масла, сделать с маслами. Но масла потом нам надо с кожи смыть, чтобы они нам не закупорили поры на ночь, да? Либо берем какой-нибудь жирный кремушек детский, еще какой-то, да? В общем, то, с чем вам удобно, то, что у вас есть. Наносим. В процессе можно будет добавлять с вами сыворотку. Распределяем ее и начинаем делать массаж.
У нас на лице есть мышцы, вот здесь жевательные, они всегда у нас практически в напряжении из-за наших эмоций, особенно негативных. Вот эти мышцы, они у нас как раз отвечают за подтяжку лица. То есть, если они у нас не работают долгое время, у нас лицо опускается вниз. Поэтому массаж периодически делать это очень хорошо. Можем начинать с вами со лба, легкими надавливающими движениями по массажным линиям. Вы все знаете, где они находятся, в интернете они есть. То есть вот так мы лицо с вами к низу не растягиваем, мы его с вами наоборот вверх. А основные мышцы, которые у нас есть, мы с вами потом вот так вот еще поразминаем, что сыворотка у меня не очень катучая, больше липкая. Так, чего бы еще добавить? Так, вот нашла корейскую сыворотку, девчонки. Она, мне кажется, получше должна быть, помаслянистей. Так. Да. И делаем с вами массажик. Лоб вот так, да? Все наши морщинки. Вот у меня есть морщинка на лбу. Ее можно вот так раздвинуть пальчиками и помассажировать как следует. Круговыми движениями вот так пройтись. То же самое с вот этими морщинками. Можно раздвинуть пальчиками носогубки, да, и круговыми движениями подушечкой пальца пройтись. То же самое здесь. В интернете полно техник массажа, но наша с вами задача главная мышцы проработать, которые есть на лице, да. Тоже движениями снизу вверх мы все прорабатываем. Почувствуйте, когда слегка будете надавливать, в каком они находятся напряжении. И что они тоже нуждаются вот в этом вот массаже. Они когда расслабляются, так хорошо становятся. Вообще вот эти мышцы очень приятно разминать. Такими движениями. Глазки, если у вас есть морщинки, можно легонечко тоже их раздвинуть. И вот так круговыми движениями помассировать. Веки. От внешнего уголка к внутреннему. От внутреннего к внешнему. Вот так круговыми движениями пальчиком мы массируем наши веки. Разгоняем кровь, клетки наши омолаживаются, кожа приходит в хорошее состояние. Вот таким вот образом. В обратную сторону. Так. Дальше. Вот таким вот образом, захватом, можно пройтись все лицо снизу вверх, да? Особенно уделяем еще вот этим местам внимание, потому что тоже с возрастом они у нас начинают провисать. Здесь можно как следует хорошо прям промять до мочки ушей от подбородка. Как следует промять. Тут тоже есть мышцы. Наш овал лица с вами подтянуть. Если, в принципе, регулярно делать, ну, по 10 дней, хотя бы раз в квартал этот массаж, то результат будет. Я давно очень не делала массаж на самом деле. И даже после первой процедуры уже будет результат. Лимфодренажный эффект у нас здесь. Отеки сойдут. Так, у меня уже не катаются руки. Будем добавлять. Я потом все это дело смою с лица. Можете сделать так же, потому что нам с вами еще аскорбиночку наносить. Так, как следует прорабатываем носогубочки. Таким образом, все движения у нас с вами сверху, снизу вверх. Если вот тут есть морщинки, тоже можно пальчиками раздвинуть, круговыми движениями проработать как следует. Костяшками пальцев можно тоже делать массаж. Вот таким образом. Ну, в общем, смотря насколько ваша кожа чувствительная, настолько вы можете с ней работать. Вот так. Подтягиваем. Разомнем еще наши жевательные. После костяшек пальцев уже лицо так сильно покраснело. Хорошо. Меня больше всего лоб волнует. У меня там такая выраженная морщина. Я уделяю больше внимания ему. Вот таким образом.
Глазки еще можно помассажировать. Вот и все, в принципе, это самая простая, девчонки, техника и самая доступная. Несколько минут вашего времени, и кожа вам скажет спасибо однозначно просто. До легкого покраснения можно делать этот массаж. Да, у меня везде все покраснело равномерно. У нас мы с вами не массажируем, это у нас кость, ну, можно немножко так размять, да? Вот. Все, в принципе. Сейчас мы с вами будем, я все это дело смою и расскажу вам про аскорбиновую кислоту. Все, смыла сыворотки, так что-то очень много на лице у меня получилось. И лицо уже необыкновенно гладкое. Мы с вами параллельно с массажем еще небольшой такой, да, отшелушивающий эффект осуществляем. В общем, уже очень гладенькое личико. Если совместите курс 10-дневной массажа с курсом 10-дневной аскорбинки, вообще помолодеете на несколько лет. Это я вам серьезно говорю. Аскорбинка, девчонки, это просто чудо-средство. Но здесь как бы есть два нюанса. Во-первых, сейчас у нас пандемия, и аскорбинку в аптеке не найти. Ну, я надеюсь, что сейчас, может быть, уже и завезли. У меня как-то вот из старых запасов. Надеюсь, срок годности еще нормальный. Да. Из старых запасов, а так аскорбинки сейчас, аскорбинку найти очень трудно. Но я надеюсь, что вы найдете, в ваших аптеках она есть. Это первый нюанс. Второй, проверяем свою кожу на чувствительность обязательно. То есть аскорбиночку немножко можно капнуть сначала на руку, потом на лицо и посмотреть. Потому что у некоторых может возникнуть аллергическая реакция. Ой-ой-ой. Поэтому аккуратно мы с вами будем. Открываем упаковку. Здесь у нас 10 ампул, как раз на курс. Это мы делаем все дело на ночь с вами. Так, нам понадобится ватный диск или кусочек ваты. И так как ватного диска много, он у нас с вами всю ампулу впитает. И на лицо попадет мало. Я беру обычно где-то половинку или четвертинку. Вот так кусочек отрываю. Вот. Вскрываем ампулу. После всех уходовых процедур перед нанесением ночного крема мы с вами применяем аскорбинку. Она у нас за место сыворотки, за место тоника, да, перед ночным кремом. Открываем ампулу. Открыли. И выливаем содержимое ампулы вот так вот на кусочек ватки. Вот она уже пропиталась, а вот все. Все, пустая. И протираем с вами лицо аккуратненько, потому что у нас она течет, стекает. Если на одежду попадет, будут белые пятна оставаться, поэтому аккуратно. Нет, оно все как бы стирается легко, но тем не менее. Я прохожусь и по векам, девчонки, но вы, опять же, все зависит от чувствительности вашей кожи. Делайте тест на чувствительность, смотрите, как вы будете реагировать на аскорбиновую кислоту. Кому она будет сама по себе тяжеловата или какие-то реакции сильные прям вызывать, может быть, кто-то вообще кислотами никогда еще не пользовался, можно, допустим, несколько ампул добавить в тоник. Но здесь опять открытый витамин, он долго не хранится. Это все нужно использовать сразу. Так вот хорошенько прошлись, все промокнули, все, все, кругом лицо, декольте обязательно остатками. Все. И теперь будем ждать с вами, пока она полностью высохнет и впитается в лицо. Это где-то 5-7 минут. По мере того, как аскорбинка впитывается, лицо стягивает. Лицо стягивает, стягивает так неплохо, даже волосы прилипают. Вот. И шею декольте тоже стягивает, прямо она как будто наверх ползет. Классно. Пугаться этого не надо. Оно становится очень гладкое сразу. Есть небольшая липкость. Потрясающий эффект. По крайней мере, у меня после 10 процедур, даже после одной, на ночь сделать, на утро прям свою кожу можно не узнать. Все, она у нас впиталась, липкость прошла, прошло минут 5-7, осталась гладкость. И теперь мы наносим либо сыворотку свою, либо кремушек свой ночной. Что вам больше нравится? Я беру свой ночной кремушек и поверх всего этого дела наношу. Аккуратненько наносим. Поверх аскорбинки. На декольте. Вот так. Я сильно его не буду тереть, чтобы аскорбинка наша на месте осталась. Мы ее по лицу не растягивали, да? Все, сейчас крем впитается. И красота. На утро эффект, девчонки, потрясающий. Лучше любого тоника, любой сыворотки в 1000 раз просто.
попробуйте. И если у вас не возникнет никаких аллергических реакций, вы полюбите это средство так же, как люблю его я. Кожа будет очень гладкая, потому что это у нас кислота. Кислоты у нас отшелушивают омертвевшие частички кожи, да? Ночью у вас еще поработает она на лице, и с утра оно будет невероятно гладким, подтянутым. Цвет лица будет потрясающий, поэтому я вам настоятельно рекомендую попробовать. Вот. Ну и на этом все, мои хорошие. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Надеюсь, была вам полезна. Если возникли какие-то вопросы, задавайте их обязательно в комментариях. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.